Всем привет, друзья! Вот и распаковка подарков от моего папы мне на 8 марта. Недели до того, с того момента, я уже хочу увидеть, что это. Вот что? И ты будешь сейчас у меня закрывать глаза и на ощупь угадывать, пока не сдашься. Хорошо. Поехали, закрывай глазки. Первый подарок. Это почему-то напоминает упаковку мне моего чая любимого. Правильно, угадала. Не любимый, это твой любимый чай с новым вкусом. О, новый вкус. Strawberry mojito. Клубничка мохито. Да? Ну круто. Буду испытывать. Это память детства. Это клендель. Это легко-легко. Это тоже любимая моя вкусняшка от клендель. Это, скорее всего, батончики. Мягенькие. А ты угадала? Ну, конечно. Ну что ж, моя любимая, ты не угадалась. Ладно, разрешаю тебе посмотреть, не угадаешь, наверное, это. Это на твой айфон золотой. О, держатель. Золотой держатель. У меня когда-то был такой, да. Вроде бы, круто. Буду использовать. Ну, щупайте, щупайте. Так, ну поскольку это что-то большое, плоское. Здесь напоминает тоже мои любимые конфетки. Какие? Мыши. Ты угадала? Подала? Ну, конечно. Почему-то же мне мое любимое ты не угадывалась. Ну, тебе очень сильно закрывай глаза, крепко. Закрывай. Меня это пугает. Вот что она получает у нас, видите, да? Получаем. Она не видит, она будет всю. Поднимать его, тяжелое, легкое. Ого. Я подскажу тебе, ладно, подсказку тебе дам. Это, конечно, не собака, но это друг. С ним можно общаться даже. Что это? О, какое тяжелое. Ну. А на это можно слушать музыку? О, и музыку слушать, и погоду узнавать. А я, скорее всего, подозреваю, что это. И что это? Это колонка Алиса. Это Алиса, станция Миди. Изумрудного цвета. Это очень круто. Я так давно хотела себе ее. Теперь музыка будет в нашем доме. Ну что, ты довольна? Ты ожидала ее? Я не ожидала, честно. Это прям крутой подарок. Да, я сегодня ходила, мне те из наших друзей помогли купить с небольшой скидкой, со скидкой вернее, от твоих друзей, от Света и Ромы. Ого, тебе тоже большое спасибо. Кстати, от дома меня ждет еще больше подарков от моих родных и близких, а также посылки с подарками от вас, мои любимые дорогие подписчики. Так что ждите третье видео с моими подарками на 8 марта. Ваша Аня Доппи. До новых встреч!